Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, государственный оборонный заказ и станкостроение, прибыл в Ульяновск. Основной целью визита стало посещение ульяновского авиазавода «Авиастар СП». Он осмотрел производственную площадку цеха, окончательной сборки самолетов и провел совещание по выполнению гособоронзаказа. В ходе мероприятия вице-премьер затронул две главных темы – состояние разработок и организации производства военно-транспортных самолетов на Ульяновском авиазаводе и разработку комплексных программ создания авиационных двигателей до 2025 года. Без двигателей, надежных и экономичных, никакая авиация быть не может. Поэтому данному вопросу следует уделить большое внимание, отметил Дмитрий Рогозин. На данный момент «Авиастар» при поддержке Объединенной авиастроительной корпорации выполняет контракт с Министерством обороны Российской Федерации на производство 39 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, который был подписан в октябре 2012 года в рамках совещания под председательством президента России Владимира Путина. 4 воздушных судна уже переданы заказчику. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.